Всем привет, ребят. В свете нынешних событий прибыл на рынок. Свинина, говядина, свежее мясо. Там, где мы всегда покупаем мясо. Да и, в принципе, сейчас, наверное, тоже будем брать на тушенку. Как вы знаете, начали заниматься тушенкой на старости, как говорится, лет. Мясной дворик на рынке Тащаны К. Знаете, это колораж 64. Всех интересует цена. Как вы понимаете, если мы тут сами берем, то мясо тут по приемлемой цене. Да, наверняка подъем был в ценовой политике, но незначительный. В любом случае, вы всегда... Опа, пардон. Всегда-всегда сможете сравнить все это со старыми роликами. Специально для вас. Баранина, шея 548, задок 598, ребра 458, лопатка. В принципе, вы сами видите все. Кролики и внутри. Сейчас перейдем к говядине. Фарш 358, грудинка 428, ребра 438, корейка 478, шея 488, мякоть 618. Мякоть уже свинина, фарш, ребра, корейка, вывеска 428, шея. Я не помню, мы, кажется, по 350 брали шею раньше. Вот теперь 408. Ну, в принципе, я думаю, вообще незначительное подорожание по сравнению с ситуацией сложившейся. Курица. Утка 398, куры домашние 288, гуся 428, индейка 458. Вот такие вот, такая вот ценовая политика в магазине «Мясной двор». Ну, скажу вам по секрету сразу же, что если вы хотите, то можете здесь приобрести чучхелу. Вот такую вот здоровенную домашние яйца, лаваши. А это сахар, блин, сахар. Вот, пожалуйста, вам сахар, да? Да, сахар. А почем сахар, а? Сахар 58. 58, да? 58 рублей, пожалуйста. Я не знаю, что тут вся Лазаревская ищет сахар, если он здесь на рынке по 58 лежит. Гречка, пожалуйста, сахар, крупы. Кому что надо, приходите. Соль елецкая. Пока не подорожало. Пока вот цены вполне приемлемые, нормальные. И уксус даже есть, и соль. Все есть. Свиные ноги вообще за 20 рублей килограмм. Акция, халява. Ну, кроме того, вот всякие, видите, ребрышки, куропатки, колбаски, мясо, всякие-всякие вкусняшки. И долма. Вот такая вот ценовая политика, ребят. Все сюда, в мясной двор, за сахаром. Я его нашел, и вполне лояльные цены. Всем пока. Ребятам спасибо.